Всем привет! Хочу заснять вам чудо. Вот чудо такое произошло. Все видели, как я сажала орхидейку, ту, которую омолаживала, и что я ее передержала, были совсем-совсем листики, вот как вот здесь вот зажохлые такие вот. Такие они были все с потерянным торгором. Потом я думала, вообще не восстановится ничего. Так они останутся, как только будут молодые листочки отрастать, только тогда уже будет кое-что изменяться. Но здесь я решила ее пырскать. Один раз полила перекисью водорода на литр воды, столовую ложку. И залила в бутылку и опрыскивала. И посмотрите, все листочки очень стали упругие, толстенькие. Хорошо, ну, поднялись, ожили. Вообще очень хорошо повлиял и действует перекись водорода на орхидеи. Также они обеззараживают и придают, вот, восстанавливают. Это своего рода коктейль, кислородный коктейль для орхидей. Очень хорошо влияет. Так что пользуйтесь, рекомендую. Всем спасибо за внимание и всем пока!